Дети из летнего лагеря «Радуга» при Видновской школе номер 7 посетили историко-культурный центр. Для ребят подготовили познавательную программу «Дорога в космос», посвященную истории воздухоплавания, авиации и освоению человеком космического пространства. Конечно, ребятки еще маленькие, но что-то останется в памяти. Хочется, чтобы и на остальных мероприятиях они запоминали, что-то говорили, рассказывали дома, но и все это в жизни им, я думаю, пригодится. Увлекательные рассказы сотрудницы ИКЦ чередовались с фрагментами документальных фильмов. Ребята с интересом слушали лекцию про Юрия Гагарина и Валентину Терешкову, задавали интересующие их вопросы и участвовали в диалоге. Первым человеком, который покорил космос, был, подсказывайте, Юрий За время летних школьных каникул мальчики и девочки посещают разные городские мероприятия. В историко-культурный центр они ходят каждую неделю. Дети в восторге, а самое главное, родители тоже очень рады, потому что дети все рассказывают, естественно, вечером. И родителям очень нравится, что дети также познают достаточно много новой полезной информации, но не сидя за партами, а вот так вот интерактивно. По завершении мероприятия все сделали общее фото на память. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.